Приветствую вас. Вы находитесь на канале Asmodee Play. Мы играем Battlefield 5. Нам надо доставить сумку в тайник, которую нам дала мать, которая скинула с моста, бросила нас. Но еще как бросила-то? Так здоровски, так с высоты, с размахом, с чувством. Да, родственные чувства — это нечто. Так, стоит сучара. Если знаете, то это не люди. Найдите источник тепла. Кто бы, кто сказал бы мне еще, что я замерзну? Так, будем надеяться, что вот эти фонарики — это и есть источники тепла. До этого не мерзла. Да. Так, берем ружье. Господи, какое бестолковое ружье. У нас еще ножи остались. Так. Где у нас тайник этот гребаный? Так, по вот этой тропе пойдем. Доставьте сумку в тайник. Кто-нибудь сказал, где этот тайник? И как далеко нам бежать? Почему? Опа, вот тебе и подарочек. Надеюсь, я ничего не пропустил. Давай, 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 давай. Так, есть у меня небольшой шанс остаться незамеченным в этой среде. Давай, 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 давай. Да. Где? Где пулемет? Давай, где тепло? Твою ж мать, где тепло? Бежим обратно. Хрен там, замерзли. Давайте, волки, жрите меня. Сольвейг. Надеюсь, от огонька хоть начнут-то. Ну давай сюда теперь идем. Блин, там пулемет у них. А мне, блин, тащиться сейчас в горы. Так, ну тут нету тепла. Тут нету тепла. Где источники тепла? Гейзеры или что? Так. Тайник. Почему тайник находится там, где? Вон источник тепла. А вон двое шастают. А у меня только ружье. Какая прелесть. Вот сейчас увидите, как я зверствую, когда жить хочу. Блин, ну не так надо было, немножко не так.
Ладно. Маленечко переиграем данную ситуацию. Так, теперь мы знаем, где они находятся. Ой. А я вот здесь уже. Давай. Вон там вот они находятся. Так, двоих так убью. Надо одного резать. Не понял. Я куда-то не туда прибежал. Я что, куда-то не туда прибежал? Вы где, козлины? Почему мерзну только один я? Я одет теплее вас всех вместе взятых, и главное, я мерзну. Да. Блин. Как-то я не туда выбежал. Не тот огонь. Или огонь перетащили. Так. Так, вот я бежал сюда. Потом заглянул сюда. До этого они здесь стояли. Потом они туда переместились. Что за херня происходит, я вас спрашиваю. Да. Беги. Ох, разогрели кровь. Беги, беги. Какое нахрен тепло, где его тут взять? Вот так. Тихо, 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 тихо. Не вижу тепла. Блин, не вижу. Стреляй, ракета, стреляй. Сольвик Фиабернстад. Так, мне надо, значит, огонь отбить в любом случае сейчас. Присядьте, чтобы шумно перемещаться. Итак. Все. Идем к тому огню. Если этот огонь не действует, идем к тому. Давай, давай, давай. Некогда разведку производить. Тут времени-то что-то впритык дается. Так. Огонь. Твою ж мать-то. Где ты?
Осторожнее, 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 огонь, 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 огонь. Ой-ой-ой, много огня. Греемся, греемся, греемся. Так. Ну, еще парочка осталась, наверное. Вон они. Одного загасили. Или нет, или он бегает еще. Ладно, сделаем маленько по-другому. Вот так. О, бежим. Вот на это там и не подписывались. Бросай дымовую. Бросай, что хочешь. Давай, шевелись, шевелись. Шевелись, главное. Огня, огня. Давай, давай. Вот так. Если что, еще разок. Еще. Так, бежим к огню. Давай, где-то здесь внизу, вот он. Фу. Так, как мне с тобой быть-то? Ехать ты не ездишь. Да и не на чем тебе ехать. Лыж-то нету. Блин. Давай. О, здорово. Отогрелись. Бежим. Блин. Ну ладно, хоть сюда продвинулись. Сложновато, да, сложновато. Из-за того, что там намерзнет тварь такая. Ближайшие группы врагов. Да. Греемся, греемся. Так, убегаем. Бегим, бежим к костру. Бежим. Ни о чем не волнуемся. Греемся, греемся, греемся.
потому что мне главное согреться, потому что их убить-то... Сможем и потом. Давай, давай, давай. Еще одну точку отбили. Грейся. Заслужила. Молодец. Не едет, нет. Ну поедь. Хрен там. Грейся. Сейчас побежишь. Вот так. Аж под падиной бежишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой шальной ветер. Беги. Ты должна лететь просто. Ветер-то спину дует. Давай. Вот она. Ну, бери. Еще и воду, блин. Че не прет-то так, блин? Мне жалко девчонку эту. Только несчастье, сону одну бошку. Давай. 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 Падла. Руками работай. Раз рука. Два рука. Раз рука. Два рука. Давай. Тяжело. Холодно. Знаю. Где? Где у нас огонек? Где-то иди. Кто мне поможет хоть? Дайте руки девушке. Дайте руку девушке. Ради твоей же. Папа, не уходи. Не уходи. Мамо, доча. Ну. Ты должна выжить. Так и так стараюсь. Только для чего? Где все это? Давай. Шевели колготками. И пришла она, что там на съедение волкам. Давай. Чуть-чуть осталось. Ну что, никто не поможет, никто не спасет, что ли? Да быть того не может. Смотрите, какая девчонка симпатичная. Давай, принц какой. Очнись. А что, мне дух сказал? Ага. Засыпала от холода. Ага, такой голос внутри ее. Ага, разбуди уже ее. Просыпайся. На. На. О. Ни хрена. Вот. В жены кого надо брать-то? Вот кого надо брать. За ней, как за каменной стеной.
Это понаберут, блин, сосок до сосалок. Так, сумка у меня, я отогретый, обогретый. Высохший, надеюсь. Почему ты в одежде в мокрой лежишь? О, хоть бы труп пока не заверз, грелась бы в него, потом сожгла бы всякое топливо или поела бы. Как вы можете понять из прикрепленных документов, ситуация хуже, чем... Так, на фабрике производится бомба, это ключевой компонент новой невероятной опасной бомбы, над которой работали. Груз не отправляют в Германию завтра, и мы должны этому помешать. Как только она будет готова, в руках фашистов окажется сила, способная уничтожить целые города, наверное. Но без этой самой силы, и не важно уже. Что, нитроглицерин или что приготовили-то? Миллионы жизней теперь в ваших руках. Позаботьтесь о моей дочери, Сольвер. И считайте себя взрослым, но это не так, однако немного так. Ее жизнь, как и жизнь всех наших детей, зависит от того, попадет ли тяжелая вода в Германию. Оу, ни хрена себе. Он ее яйца размером с луну. Вот это я понимаю, сила и воля. Кошмар. Проведите разведку опорных пунктов захватчиков. Хорошо. Так. На складе они загружают транспорт. Так, так, так. Что, ну с деревни, наверное, начнем. Вот по порядочку. Давай. Сначала посмотреть. Так, ну это потом. Вот здесь вот нету. Ну вот деревня. Давай, малышка, давай. Что, один автомат? А, ну да, один автомат. Вот здесь вот можно поискать. Может, забыли случайно. Сейчас-то ей не надо греться, надеюсь. Ей, мне. Может, кто схрон делал. Сделают, как же, кому-то нахрен нужен. Ну поехали. Угу. Ой-ой-ой. С километр ехать-то, блин, вроде казалось недалеко так. Ну ладно, чё уж. Раз уж поехал, значит вперед. Опа. Опа-па-па-па. И вокруг елочки. Так. Да, вверх. Сначала посмотрим, кто и что там. Это врываемся. Как к себе домой. Вон там ходит чело. Раз, два, три, четыре, пять. Все? Или еще где-то движение есть? Вот сейчас вот можно подкрадываться потихонечку.
Так, искал потихонечку, а не самоубийством заниматься. Опа! О. Молодец, девчушка. Это мы робить, да, маркер по плану. Так, что у нас здесь? А я отсюда наблюдаю. Почему у вас мозг не охраняется? О, вот еще один. Так-то вот, и здесь он должен быть. Но их почему-то нет. Да. Ну ладно, будем смотреть, где их припрятали тогда. Так, это для меня. Как мило. Ну поехали, поехали. Опаньки. Я должен был туда перепрыгнуть, аж на второй этаж сразу. Чё, ко мне бежишь? Или не бежишь? Так, сначала того надо убрать, который за дом ходит. Потом уж сюда перебираться потихонечку. Опаньки. А что у нас здесь? А здесь у нас еще один автомат, я так понимаю. Вот все-таки не зря в дом залез в этот. Собрал данных, нашел оружие. Так, ну это потом, когда все сделаю. Ой-ой-ой, вот здесь вот где-то я его видел. Блин. Вон он. Все открывается, как хорошо. Ух ты. А, это с другой стороны дома. А я, опа, я на второй этаж. И что ты мне сделаешь? А тебе привиделось. Мне почему-то кажется, что ты в доме. Это как в фильме ужасов. Натерпимся сейчас, блин. Пока на тебя смотрю. Да, в доме. Только ты насквозь прошел, нет? Да я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты ж не русь. Фашист. Вот идиот. Компьютерный идиот. Так, а здесь у нас что? О! Бомбы. Бомбы. Бомба хоть. Пункты вооружения. Динамит можно использовать для организации засад и уничтожения вражеских техники, чтобы взорвать, получить, заложить сразу несколько. Хорошо.
так вот. Что, еще что-то? Спокойно. Так. В доме там его уничтожили. Теперь надо вот здесь вот как-то, не знаю. Подобраться. И как вот? Зачем мне лыжи-то надеть? Мне главное этот еще уничтожить надо. Как их называть-то? Сирену. Сигнализацию. Чтоб тревогу не подняли. Так, а у меня что есть-то? Динамита нету. И автомата нету моего. Так нечестно. Я хочу оружие свое. Блински. Что-то сильно откинуло, то еще назад. Да без оружия. Где у меня первое оружие? Ух ты, машина. Да. Вот что я заберу твое. И вот что я заберу. Все. Теперь в машину. Так, как здесь менять-то? На F. Понятно. Все, вспомнил. Так. Теперь вот можно. Блин, меня что, завалили? Из чего он там? Раньше не валили. Так быстро-то, по крайней мере, точно. Знаете ли вы что? А вы знаете, что у? А вы знаете, что на? Блин, сейчас опять кто? Козлину этого валить. Опа! Блин! Что? Надо наверх добежать, взять хотя бы патроны. Так. Мидли. Фидли-мидли.
Да. Давай. Чё? А где мой пулемет? Да тише вы. Поехали, поехали. Вот. В жизни восстановились немного. Жизнь стала чуточку веселее. Блин, там еще этот огнедышащий дракон. Как, блин, не повезло. С пулеметом обломали. И опять отсюда. А здесь какое оружие мне предлагают? О, это хорошее оружие. Так. Давайте вот сюда. Да, вот мой пулемет наконец-то. Чё ты на меня падаешь, падучий? Так, где вот этого гнидущего дракона-то вообще зарезать можно? Хотя бы. Так. Вот уже результат, смотрите какой. Еще бежит. Ну беги. И кто ты там у нас?
Покажи ей свое личико, Гюль читай. Блин, близкие. Сейчас завалит же. Подкрепление вызвали. Да. Все, уничтожил. Так, валим. Идем дальше по списку. Чего у нас там? Фух. Так. Ну, полкилометра, так. У меня тоже есть пулемет. Где ты? Ищ хлябу. Сзади, сзади. Мне не надо, чтобы меня зажали еще здесь, ага. О, мне чуть-чуть осталось там. Так, скоро сейчас миссию начнем приступать к миссии. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Давай. Давай, беги. Я слышу свист. Чё, отдых есть? Неплохо, неплохо. Вот так. Сиди там. Идем, идем, идем. Тут две точки, да, надо уничтожить. Ой, буду думать, что не так уж это долго. Так, а там что-то есть. Должно быть. Лестница же есть. Хотя бы осмотреть-то. Так, уничтожьте партию воды на территории. Блин, тут снег везде. Какая нахрен вода? Вы чё, блин? Дебилы. Ага, вот первая. Так, где вторая-то? А, вон вторая. Понятно. Хорошо службу несете, да. Что-то я мало кого вижу. В будках сидите. А-а-а. Вот еще. Так. А сюда не получится. Придется в обход. Это подляда какая-то там. О. Нет, нет, нет. Да не так, блин, твою мать-то!
Тупая баба! И где ж таких, блин, подобирают-то? Первый раз вроде зацепилась, ну ползи, ползи, нет. Ладно. Теперь-то я, по крайней мере, знаю, где что находится. Давай, ускоряйся. Опаньки, 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 да, опаньки. Так. Первый находится где-то вот здесь вот, который сирену может подать. Где сирена-то? Сирена где, мать твою? Я вот так опа, так смотрел. Где, блядь, сирена? Вот она, за забором, блин. Да. Ты что еще, падла? Надеюсь, сработало. Есть. Ё-моё. Ага, ага, ага. Вот это я хорошо придумал. Так. Да где надо выходить-то? Чё всё парит? Беги! Беги, 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 беги! Вот так, спорт укрепляет. Спорт помогает жить тебе. Блин. Неправильно. Вот так. Вот так. Давай-ка вот так до начала. Ну-ка, поехали, прокатимся. Вот так. Нормально, так прокатились еще немножко. Вот все. Вот так. Вроде неплохо получается пока. Ой-ой-ой. С гранатометом был. Ладно, тогда мы маленько по-другому сделаем. Так, лыжи позволяют использовать тактику бей и беги, неприменяемую какую-то там. Вот она тактика будет. Dara kalın.
Tyskerne oppbevarer tungt alle der. Baby G. Вот и все. Сейчас и подправил здесь немножко. И пойдем без палева подниматься на борт. Надеюсь, мы не привлекли внимания. Могла бы уж и прыгнуть здесь-то уж. Ну, поехали. Осторожней. Вот, потихонечку крадемся. Вот между сваями тут. Вот так-то, по идее, заложить бы сюда мину. А я могу. Я могу выстрелить, но тогда я здесь сам не выживу. Что делать? Дело делать. Блин, близкий. Нет, надо там все-таки подниматься. С самого берега моря. Есть здесь лесенка. Трап, подъемник или еще что-то. Есть. Я вот здесь поднимусь подальше. Хотя, подожди, есть наглый способ такой. Блин, нет, тут стоял этот кусок говна. Так, где у меня? На тройку. На тройку. Так. Бежим. Бежим. Давай, 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 давай. Пока не опомнится, меня уже здесь не будет. Блин, близкий, давай газуй. Все. Последний пункт остался. Господи, какой лающий язык. Хоть я его сам и изучал, ни хрена не понимаю. Давай. Всего лишь полкилометра. Если ты хороший лыжник, то это вообще ерунда. И еще чуть-чуть. От всех убежал. Вот он, наглость. Давай. А потом туда наверх, обратно. Оттуда, откуда начинал. Оп. Так, все, 300 метров или что?
Рано еще, да? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, что мы тут делали? Чем богаты? Рассказывайте. Пистолет. А зачем мне пистолет? Так, 18, 64, 60. Ну, сигнальный. Еще. Сигнальный нет? Или какой? Ракетница. Зачем она? Видимо, удар вызывать. Ну ладно. Нет, пока. Ну, ракетница пока мне не нужна. Туда. И что я с него сделаю? Отстреливаться, да? Ладно. Куда еду? У меня лыжи есть. Зачем мне эти техники всякие? Так. Ну, ничего пока не вижу. Уничтожьте грузовики с тяжелой водой. Еще есть пока заряды. Хорошо. Ой-ой-ой, у меня пушка тут. Против кого? Против. Против любого, кто. Вот так. Так. Новая цель. Да идите вы нахрен. Ой-ой-ой, ни хрена себе. Ты сейчас лишним въехать. Так, 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 так. Ой, сюда, 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 сюда. Вот так. Молодец. Опа, секунды за мной не поехали. Разведайте место встречи захватчиков. Блин, вот лыжи это вообще вещь. Не надо париться. Сел, встал и поехал. Сел, поехал, встал и поехал. Так, посмотрим, что у нас там. Ну, подъедем немножко вот так, чтобы мы видели всех, нас все видели, и посмотрим, кто первый откроет огонь, кто победит. Да шучу я, конечно же. Просто мне кажется, с такого расстояния ни хрена ты ничего не увидишь. А подход же должен охраняться, должен. А я вот никакого шевеления найти не могу. Ладно, поехали. Далее. Красивые горы. Такое место красивое. Да уж.
Есть что посмотреть, есть куда сходить, есть где прогуляться. Так, кто тут у нас? Проникните в бункер. Блин, вот сейчас только они появились, походу. Проникните в бункер. Видишь, врач-то были. Вот, тут целый дом. Тут нету никого. Снайперская винтовка. О, много вас. Так, у меня патронов тут пока хватает. Надо все равно идти. Головой немножко поработать. Так, что я могу? Так, эта штука не разворачивается туда. Это у меня пока все есть. Вообще не видишь, что ли? Я как человек-невидимка. Да. Я вашего сородича убил. Ну, убил, убил. Еще один вот здесь вот ходил. Что так покоцали-то? Грех жаловаться. Или вы что, сами себя еще? Ну, все, нет. Все убиты. Недовольны остались. Так, ну вроде все убиты. Все хватает. Мне такое чувство, что надо отстреливаться от кого-то. Ой-ой-ой-ой-ой. И мне еще эти машинки, ой, как помешать смогут. Ну все вроде. Давайте. С Богом. Так, а мне как надо проникнуть? Тихо или как? Или просто проникнуть? Нет. Вот сюда. Тяжелую воду отправляют. Так, ну вы же знаете, что хотят сделать себе помощью. Новое оружие. Настоящего монстра. Мам, да, это оружие монстр, но что если его раньше не создадут русские или британцы? Эту силу нельзя контролировать, она погубит все. Эй, блин, вот так с дамой обращаться.
Да тварь ты такая. Ой, ой. И что мне на этой хрени? Ну буду я преследовать, и что? Уничтожьте. Где? Что-то понять не могу, а как я должен уничтожать-то ее? Есть, конечно, одна идея. Пушки. Иначе за каким хреном они там стоят? Так. Нужно догнать грузовики. Господи, на такой бы покинуть технику. Зачем? Зачем мне покидать технику? Уничтожьте. Надо хотя бы сначала оружие какое-то. Из чего уничтожать? Блин. Ну ладно, если они тормознули, то шанс есть. Знали ли вы, что лыжи позволяют использовать тактику бей-беги, не применимую в обычном пешем режиме. Главное убедиться, что за тобой не следят. Не следует тогда уж. Так, с какой стороны зайти? Ой-ой-ой, вот с этой. Козел ждет. Так, доберитесь до... Да беги ты! Беги! Кнопочкой ошибся, так все теперь. Блять, твою ж мать-то, сука! С ушами, блин. Используйте приманки, чтобы уводить врагов со своего пути. Хорошо. Обязательно буду использовать приманки, чтобы уводить врагов со своего пути. Ah!
А этот... А где летчик? Так, где вы, падла? Все. А что твою мать-то? Хрен выберешься оттуда. Ладно. Знаете ли вы, что? Ну, вроде ничего такого сложного нет. Он таки назойливый, блин. Где там? Блин, это что такое было-то? Все взорвалось, все что можно. Давайте мотанем. Так вот, мы уничтожили всех, теперь надо смыться. Да тихо вы, не... Так, уничтожить-то уничтожили. А как мне переплыть-то надо озеро-то или реку или что-то? Всех убили. Ну, твою ж мать-то. Бежим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Этот козел чуть все дело не загубил. Да, блядь. Как так-то? Полтора землекопа и все. Я здесь все разломаю, нахрен. Я хочу жить. Вот так. Где? Да. Все, да, я надеюсь, больше никто не придет. Так. Уничтожены, убиты все. И что мне дальше делать?
Как мне через воду-то перебраться? Блин! Ни хрена себе вот эта подстава! Потихонечку должна всплывать, а не так. Ну, хоть расскажите мне. Я думал, ты за мной. Потом думаю, да как это могли за мной быть, если они не знали, где я нахожусь. Эй-эй-эй-эй! Ну-ка прекратить по мне огонь. Так точно. Соси сочно. Граната. У него есть граната. Ай-яй-яй. А вроде... Не помню, наручники были, нет уже в то время. Ну давай. Совершай подвиг. Быстрее. Что? Что? Я так горжусь тобой, Сольвейк. Или Сольвейк, как правильно? Давай, со слезами на глазах. Вот гранатка. Пока, парнишка молодой. Ручки, ножки. Вот ты бы могла бы скатиться. Не обязательно. А, ты с пулей в спине. Ну, тебе какая разница-то? Сейчас этот, да, достигнет бульки. В период оккупации никто не писал о бесчисленных героических поступках и жертвах. Участники движения сопротивления вели с врагами войну через малозаметные действия, рискуя при этом и собой, и своими семьями. Многие норвежцы отдали жизни, сражаясь за освобождение своей страны. Да я не знаю, подожди, а там вообще в Норвегии-то может попасть туда подводная лодка-то? Тяжелая вода была ключевым компонентом в плане Германии по созданию атомного устройства. Ого! Производство тяжелой воды так было полностью остановлено в результате бесконечного рейда «Командос» весной 1943 года в ходе немецкого уранового проекта. Все? В Норвегии миссию завершили или как?